Чё за жесть? Чё за жесть? Чё за жесть? Моя тачка. А, у них осталось оружие. Это куча оружия причем. А может только у некоторых. Да, только у некоторых. Отстой. Полный отстой. Чё не берешь-то? Не берет. Знаешь, вообще нельзя подобрать. Это не круто. Ну-ка... Эй! Какого... Что с покрышкой-то произошло? А если в машине? Так, детка, я сейчас труп выкину, окей? А чё ущит-то? Плачу в два раза больше. Я ее тачки не задевал. Ну, снял проститутку. С капота. 15 баксов. Значит, что у тебя получается 15 клиентов сегодня было? Короче. Поехали проверять недорожные качества этой срани. Хотел того джипа проверить, но... Осталась только эта срань. Которая, в принципе, создана для таких дорог. Ну, точнее, для отсутствия дорог. Ядреть! Да ну тебя нафиг, а? Не-не-не-не-не-не-не. Слушайте, эта тачка, по-моему, на стенку вскарабкаться может. Это мой аэродром? Это не мой аэродром. А что отмечено здесь? Это гаражи. Понятно. Ну ладно. Ну, давайте попробуем это задание выполнить. Хотя самолетная срань, конечно, в этой игре. Полная срань. Причем полнейшая срань. Вот видите, вот как управлять-то вообще? Невозможно. Ну невозможно. Нахер так было делать-то? Идрить коптить. Твою налево. Плевать. Так, а это что за фигура? С таким управлением только и летать. Через кольца. Я, конечно, люблю эти все задание, помните, в этом, в Just Cause, просто угар был какой-то. Чё, нет, чё, хрена вообще, ты издеваешься. Ну я пролетел же, ну,
ссаный бред. На час штрафы нададут. Секунд по 5 за каждый. Да-да-да. А, минута 10. Ну это что-то слишком жестко, по-моему. Так, моя тачка-то здесь осталась где-нибудь? Или другое транспортное средство? Неважно, моя, не моя. А, ну это тот аэродром, который мы зачищали, я так понимаю, да? Окей. Вот есть какой-то аппарат непонятный. Так. Ну что, задание что ли идти выполнять? Это тату-салон. А, вот можно что-то купить. Собственность Лос-Сантос. 349 косарей. Упороться можно. Можно упороться. Так, здесь опять доступны задания. Ну ладно, пойдемте выполним. Что еще остается делать-то? Погнали. Шел нахер. Что-то тащило не особо как-то едет, я бы сказал. Опять вот забегал в курс. Party of the time, party of the time, party of the time. Ну это для тех, кто не знает, что там дальше в песне было. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash, hillbilly Wallace. You're damn right. Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La-la-la-la. Quite in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Резиновых баб, что ли, за границу таскать? Fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer. Weapons trader. Right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys, and fuck them! this music's all fucking wrong! That's what I'm looking for! Время сумасшествия. Да. Madness time. Только эта тачка совсем не едет. Надо было взять что-нибудь посолиднее. Это? Нет, это херня какая-то. А чё? Это же...
мне показалось. Надо было вот это брать. Она та, она гудит нормально. Хотя, ну ладно, плевать. Алло! Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, fella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Что, ни одной сестренки нет? Those names on tombstones, because I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done. Хана им всем. Застрели 50 тысяч деревенщин. Видите, я не контролирую. Просто. Посрать на все. Думаю, опять винтовка в ход пойдет. Так есть. По-хорошему, надо было бы скользящий затвор установить, такое дело. Это все братья? I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect him. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. Скотина. Это что за Гитлер тут толстый бегал? Да скотина. Кому-то хана настанет, хотя уже половине всем настало. А? Кассия, непонятно, кто откуда стреляет. Вообще откуда? Откуда? А! Вот так вот. I'm coming for you. Get your own fucking business. Типа того. Take overtime.